Ой, ситуация. У нас сейчас одна. Про войну, что ли? Положительно. Ну и что, что война? Поддерживайте это, да? Поддерживаем. Все правильно. Я за Путина. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась? Тремя руками за. Ну, я только что Владимир Владимирович. Ну, очень серьезно. У меня в Харькове сестра живет, и мне очень тяжело в этом тоже смотреть на это. Но я считаю, что наш президент прав. Как вы к ним относитесь? К военным действиям. Фашистов как долбили, так и надо долбить. Украинцев? Как же? Нацистов? Не украинцев народ, а нацистов, которые там пришли. Путин все правильно делает. Почему? А что там еще остается? Нас в угол загнали. Ядерным оружием уже начали угрожать. Что угрожать начал? Да этот самый Зеленский. Знаете что, я телевизор смотрю и его собственные речи слышу. Нормально. Хорошая, нормальная ситуация. С Украиной давно мы должны разобраться было. Естественно, я отношусь положительно. Карблаж президенту. Только так. И не иначе. Иначе в следующий раз война будет на нашей территории. Именно здесь. И вы будете, молодые, которые воспитаны на ТикТоке и на всем остальном, бегать по кустам, прятаться, как зайцы. Мы это все проходили в 45-м году. Это война для того, чтобы вы жили дальше, счастливо. Иначе, я говорю, война будет на нашей территории. Только так. Читайте историю. Со времен Переславской Рады, со времен вот этих националистических бандеровских движений. И посмотрите, а была не война 8 лет. Донбасс бомбили, громили. Это была не война, все молчали. Мы не лжепатриоты, мы патриоты. Надо будет, мы пойдем с оружием в руках защищать наш православный русский мир. Все. Вот сейчас боевые действия идут, люди гибнут. Это что, разве нормально? Так люди что? Мы что ли их уничтожаем? Не мы же уничтожаем. Их уничтожают их бандеровцы, ёптами. Ну как оцениваю? Хорошо, что мы пытаемся очистить эту страну от этой нечисти. Какой? Нациков всех. Ну это что ж, война, сколько можно терпеть? Ну, в смысле того, что уже на нас вообще границы-то подошли. Что теперь с Россией-то будет? Весь практически мир отвернулся. Вот от России. Повернется, это уже не первый раз такое. А где сейчас информацию берете? Все смотрю, это Соловьева, время покажет. Вот все, это Россия стала сильной и, как говорится... А в чем сила? В чем сила? В армии.